является продвижение и развитие молодых талантов. Но наш сегодняшний концерт совершенно особенный. Сегодня нам предоставлена великая большая честь зажечь новые звезды. Ведь самым младшим музыкантам, которые будут выходить сегодня на эту сцену, едва исполнилось 7 лет. А помогать зажигать звезды сегодня будет камерный оркестр «Кантус Фирмус» под руководством дирижера Кургина Александра Львовича. И открывает наш концерт «Люзов Гай» – концертина до мажор. Концертина состоит из трех частей, и каждую из частей будет исполнять юный пианист. Первая часть – Владимир Прокофьев, вторая часть – Маргарита Кудряшова, третья – Елизавета Цветкова. Детская школа искусств имени Святослава Теофиловича Рихтера. Thank you.
Антонио Вивальди. Концерт для виолончели с оркестром до мажор, первая часть. Исполняет Ульяна Виноградова, детская музыкальная школа имени Ковалевского.
Детская музыкальная школа города Тамбов. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Шаинский, веселая фуга, вокалист. Oh,
солистка Александра Родина, Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, партия фортепиано Екатерина Митякина, детская школа искусств имени Святослава Теофиловича Рихтера. Thank you.
Thank you.
Спасибо.